О, привет! Сегодня я решил поиграть в Майнкрафт, но не просто так. Если каким-то образом я получу урон, даже полсердечка, то это видео закончится. Ай, как хорошо. Итак, я уже в Майнкрафте, и я вам напоминаю то, что сейчас совершенно любое мое действие, какое-то неправильное, допустим, не знаю, раз я где-то споткнусь или еще что-нибудь упаду, все это повлияет на конец этого видео. Если я получу какой-нибудь урон, абсолютно любой, допустим, даже полсердечка, это уже значит то, что ролик закончится. Поэтому, если что, то внимательно смотрите на мои сердечки и... Не пишите потом в комментарии то, что у тебя запись оборвалась, что произошло. Что случилось? Первым делом, конечно же, давайте-ка мы с вами нарубим дерево, потому что без этого никуда. Я буду полноценно развиваться. То есть я не просто буду скитаться по миру и искать своей гибели. Я буду сейчас полноценненько, как говорится, развиваться, добывать дерево, еды, туда-сюда, тудым-сюда.